Короче, сейчас вернулся с улицы, только что с огорода. Увидел здесь такого вот паука. Сейчас я более детально его покажу. Оп-оп. Убежал. На камере этого не видно, но он как будто серебряный. Сейчас я поймаю. Ну так вот, я его поймал. Вот. Проверки. Ой, качество какое плохое. В общем, сейчас более детально покажу. Вот этот черный объект. Это сам паук. Сейчас я его попробую поймать в пробирку. Вот он. Непонятный черный объект. Ну вот сейчас вы его более детально можете разглядеть. Сейчас я его буду ловить. Так, ну так вот. Вот здесь наш паучок. Так. Сейчас на аккуратно. Давай, Вася. Оп. Пинцетик. Оп. А? Черт. Черт. Он убегает. Иди туда. Все, мы его поймали. Теперь осталось. Все. Вот этот самый паук. Будем над ним ставить эксперименты. Будем давать ему муравьев разных. И всем ни хрена. Сейчас мы будем над ним проводить эксперименты. Вот он у меня здесь, в пробирке. Так, сейчас. Моя лаборатория. Кстати, здесь уже кое-кто есть. Здесь. Черт, не видно ничего. Здесь полуумерший паук. И вот видите, наверное, кто кое-кто бегает. Но это муравьи рыжие. Да. Так. Но они в основном здесь обитают. Так, сейчас будем их ловить. И подсаживать к пауку. А хотя нет. А ну хотя да. Сейчас я наловлю муравьев и вернусь к вам. Мои поиски муравьев не увенчались успехом, поэтому поэтому сейчас мы будем искать жука. Ну как, я видел парочку муравьев жутких, но они слишком маленькие. Да, я пытался скотчем прикрепить. Лайфхакер. Да. Так. По рассказам свидетелей, здесь был жук большой.
Будем его сейчас пробовать тревожить, чтобы он вышел. Так. Так. Ищем. Ищем. Черт. Ну что ж, тогда будем искать в соседних, то бишь вот здесь, естественно, в самой этой и вот в этой. Так, ищем. Когда я его найду, то вернусь к вам. В общем, мои поиски жука не увенчались сегодня успехом. Ну, поэтому, когда я найду, я продолжу свой выпуск. Ну, а пока.